Вагнер у него. И впервые в Лиге чемпионов у «Локомотива» два форварда в стартовом составе. Это Михаил Ашвети, номер 32, и... Опасный момент, Лосков! Гол! 1-0! Великолепное начало! Временный тренерского штаба «Локомотива». Прекрасная атака, еще раз смотрим. Пас Евсеева, и Лоськов расстреливает крестовину. Девятку ворот Тольду. 1-0. Ну, атака большими силами, посмотрите. Получился подарок, а это уже Хохлов. «Локомотив» отвечает, пас на Евсеева, разрыв, гол! Все! Михаил Ашвети. И опять точно так же, как и Лоськов, пробил Ашвети под перекладину. Прекрасная атака, второй результативный пас Евсеева. Великолепны были все. И Лоськов, который пропустил этот мяч элегантно на Михаила Ашвети, который замыкал от двух хавбеков Интера, выиграл время. Сейчас любая пауза на весь золото. 3-0! Это фантастика! Хохлов! Он не потерял свой кураж! Штрафного Лоськов делает нацеленную передачу на Хохлова, и потрясающий действительно удар головой. Воспользовался тем Дмитрий Хохлов, что Тольда на пару метров вышел из ворот, и по такой навесной обводящей траектории Хохлов пробил. Ведь отсюда головой не забивают обычно головой.